Ты как? Да, вообще пизда, блядь. Со всех сторон давят. Уже фиг знает, кто где. А что, Сейчас далеко жопу прорвались, просто... нет уже? Да нихера. Если мы пытаемся назад зацепить, там наши, блядь, расстрел. В жопе мы. Вообще пиздец. Я все уже, у меня, блядь, нервы сдали нахуй. Я домой хочу, блядь. Я не могу. Да блядь, это вообще пиздец. Дети, блядь, нас никто тут ненавидит, сука. Наши солдаты насилуют этих женщин, блядь. Дебилы. Наши насилуют тех женщин? Да. Вот, сука, гондоны, блядь. Ну, весь не выдерживаю уже, блядь. Сейчас буду пытаться, блядь, домой, блядь, все, нахуй, отпуск, отъявить все от меня. Ну, блядь, ну, хуй давай, отпустят. Удачи тебе. Да хуй отпустят, сказали, блядь, либо расстрел, нахуй, либо воюй. Гондоны, блядь. Демократия ебаная. А чё оружие-то не поставляют? Не могут, мы, понимаешь, у нас везде хохлы. Не доезжают они, не могут прорвать. Тут везде они, блядь. Что, каждый день потерь много, да? Да да хуя. У нас, блядь, все, у нас весь батальон положили, блядь. У нас полковника, блядь, командира батальона положили, блядь. А украинцев как, тоже ебашите много? А? Этих украинцев тоже много? Да куда их, да хуя, блядь.